Традиционный 10-й кубок по мини-футболу разыграли команды сотрудников и ветеранов органов внутренних дел России. В спорткомплекс села Белая Глина прибыли команды 5 отделов МВД России – Белоглинского, Новопокровского, Тихорецкого, Кущевского и Крыловского районов. Турнир проводился в память о ветеране-начальнике РОВД по Новопокровскому району Викторе Кондратове. Организаторами соревнований выступили руководящий состав и ветеранская организация Белоглинского райотдела. На торжественной церемонии открытия с приветствием словом обратились глава района Олег Ефимов, председатель первичной ветеранской организации Юрий Черков и представитель краевой организации общества «Динамо» Олег Лукьянов. Вместе с главой Новопокровского района Александром Светенко прибыла дочь Кондратова Светлана Богданова. Нашей семье очень приятно, что вы помните, что вы его чтите и продолжаете его дело. В преддверии 23 февраля я хочу поздравить всех мужчин с наступающим праздником, пожелать вам здоровья, успеха в работе, ну и сегодня пожелать вам честной игры, чтобы не было травм, и пусть победит сильнейший. Юрий Черков вручил знак почета в Рио начальника отдела МВД России по Белоглинскому району Алексею Саратову. Соревнования провели по круговой системе. Первыми вступили в борьбу спортсмены Белоглинской и Кущевской команды. Кущевцы показали активную игру. Матч закончился безоговорочной победой в пользу гостей 4-0. Не менее напряженными, активными были и другие баталии. Болельщики активно поддерживали свои команды. До последних минут завершающей игры сохранялась интрига. Бурные аплодисменты сорвал наш нападающий Руслан Ковтонюк, подаривший болельщикам красивый гол. Победу одержали сотрудники и ветераны отдела МВД России по Кущевскому району. Таким образом, по условиям соревнований, они завоевали право проводить следующий турнир на территории Кущевского района. Второе место заняла белоглинская команда. И третьим стали представители Тихорецкого района. Оргкомитет и судейская коллегия подвели итоги встречи, определили лучших игроков в номинациях. Лучшим защитником признан Максим Поступаев из команды Кущевского района. Лучшим вратарем стал Виктор Волошин из Тихорецкого района. Лучшим нападающим признан игрок Белоглинского района Руслан Ковтонюк. Лучшим игроком турнира стал представитель отдела МВД по Тихорецкому району Виктор Демченко. Всем призерам вручены медали, кубки от Краснодарской краевой организации общества «Динамо». Вот вчера у нашего сотрудника и капитана команды отдела МВД по Белоглинскому району Шнурникова Анатолия Викторовича был юбилей 55 лет.